Используйте эти гранаты, чтобы бесшумно убивать врагов. Берегитесь, для вас этот газ тоже смертелен. Пользуйтесь респиратором. Переходим на план «Б». Der Feind! Вы уверены, что это место безопасно? Полагаю, что да. Мы уже довольно давно не видели здесь нацистов. У меня плохое предчувствие. По этой тропинке выйдите на дорогу, поверните налево и пройдите по мосту. Дом находится в конце дороги. Вы его не пропустите. Тише! Вы это слышали? Грузовики? Вон они, конвой фрицев! Все в укрытие! Отлично. Что будем делать теперь, полковник? Придется разделиться. Я поищу удобную снайперскую позицию. Это здание подойдет. Ладно, а я встречусь с Марисом в радиоточке. Франсуа, ты должен предупредить сопротивление. Хорошо. Удачи, друзья. Спасибо. Все как по нотам. Все как по нотам. Маскировка – лучшее оружие шпиона. Старайтесь заполучить офицерский мундир.
Старайтесь убивать врагов, оставаясь невидимкой. Все как по нотам. Противники низкого звания не распознают вас. Противники того же звания могут заподозрить. А офицеры раскроют обман моментально. Не попадайтесь им на глаза. Используйте эти гранаты, чтобы бесшумно убивать врагов. Берегитесь, для вас этот газ тоже смертелен. Пользуйтесь респиратором. Монеты ненадолго отвлекут внимание противников. Warten Sie bitte.
Перед тем, как входить в комнату, загляните в замочную скважину. Распланируйте свои действия заранее. Спасибо за помощь, друг мой. Им известны наши планы. Они готовят засаду. Но мы должны вывести из строя все их зенитки и все грузовики. Постарайтесь не ввязываться в перестрелку. Сейчас нам это ни к чему. Надо сделать все возможное, чтобы спасти наших парашютистов. К тому же время не на нашей стороне. Вся надежда на вас. Не подходите слишком близко к МГ-42.